В 1925-м по личному решению Феликса Дзержинского и при организации спецотдела ОГПУ Глеба Бокии в Тибет был направлен агент советской разведки Яков Блюмкин. На оперативные расходы ему была выделена колоссальная по тем временам сумма 100 тысяч золотых рублей. Однако большую часть документов Яков Блюмкин до СССР не довез. Основные материалы своей экспедиции он продал немецкой разведке за 2,5 миллиона долларов. Есть версия, что Якову Блюмкину от тибетских лам досталась информация, которую они долго и бережно хранили в календаре. Как ни странно, именно он стал носителем или своего рода хранилищем тайных знаний. И это не единственный пример необычного предназначения календарей. У многих древних цивилизаций обнаруживаются артефакты, на которых явно обозначены даты, либо зафиксировано летоисчисление, а исследователи при расшифровке знаков на этих календарях выявляют поразительные сведения. Речь идет именно о том знании, которое позволит что-то предвидеть и чем-то управлять. И Германия, и Союз, они в каком-то смысле противостояли друг другу, и между ними шло соревнование, которое, как считали они, лидеры, скажем так, тех стран или тех структур, которая позволит им победить вот этой войне. Окружение Гитлера, одержимое идеей разыскать технологии древних ариев, решило отправить на Тибет свою секретную миссию. Экспедиция состоялась в 1938 году под руководством биолога Эрнста Шефера. Однако под видом ученых и дипломатов от нового правительства Германии в Гималаи отправились офицеры вермахта. Известно, что экспедиция пробыла в Тибете почти 2 месяца. Что же касается древних знаний, которыми ламы могли поделиться с немцами, то рассекреченных документов на эту тему по-прежнему нет. Значит, и представители АННРБ, и представители советских спецслужб искали на Тибете, собственно говоря, примерно одно и то же. То есть, либо некое тайное знание, о котором говорил еще Рерих, которое позволило бы оказывать влияние на мировые процессы. Вот. Либо секретное оружие, которое, опять же, могло бы, давало бы возможность оказывать влияние на мировые события. Либо какие-то вот тайны, которые позволили бы заглянуть за какой-то предел знаний. То есть речь шла о том, что на Тибете действительно есть нечто, что может кардинально перевернуть мироустройство. По одной из версий, и Сталин, и Гитлер пытались обнаружить древний тибетский календарь. По обрывочным сведениям, которые располагали те и другие монахи, хранили календарь, в котором подробно, в мельчайших деталях, был расписан каждый день будущего человечества. Но самое главное, в нем была указана дата, конкретный год, когда наш мир перестанет существовать. Ожидается, что в этот год произойдет столкновение сил света и тьмы. Начало развязки наступит. В 2424 году. И она будет настолько тяжелой, что на помощь светлым силам придет воинство Шамбалы. И результат, в принципе, уже известен. Светлые силы победят. Но как долго это будет длиться? Чего это будет стоить? Как это случится? Ну, это, видимо, нужно еще изучать источники. Но уже то, что сегодня изучено, позволяет говорить определенно, что год действительно это 2424. Эта дата обозначена в Калачакре, буддийском учении о колесе времени. Согласно предсказаниям, в день конца света развернутся все земные и небесные врата, и воины Шамбалы выйдут из своего укрытия, чтобы защитить мир. Такое событие должно было наступить. Оно, скорее всего, наступит. Но это не означает, что это финальная дата. Дата может сместиться.
Понимаете, она может, так сказать, перемещаться туда или сюда. Об одном мы можем говорить в целом определенно, что это случится. Но что такое Шамбала? И откуда возьмутся ее воины? Тибетские монахи тысячи лет хранят пророчество о так называемой Шамбалинской войне. Древние записи на листьях лотоса рассказывают о легендарной стране, крае великих учителей и посвященных. Раньше она располагалась в Средней Азии. Там жили люди только из касты жрецов. Индийское королевство, которое находилось в районе бывшего Советского Союза в Средней Азии. Это район Сырдарьи. Там такая река Сита есть. Вот в этом районе, значит, как раз была Шамбала. Значит, как она возникла? Король первый Шамбалы был учеником Будды Шакьямуни, то есть это где-то, значит, там 800-600 лет до нашей эры. По преданию, сам Будда передал королю Шамбалы тайное знание, благодаря которому все жители страны смогли переселиться в иное измерение. Шамбала и сейчас находится там. На планете есть несколько входов в нее. Пророчество гласит, последнего из королей Шамбалы ждет Великая война. Некая глобальная империя, властвующая на Земле, захочет овладеть духовными богатствами Шамбалы и с помощью ученых найдет порталы в иные измерения. Захватчики, в отличие от жителей параллельного мира, будут вооружены самыми совершенными видами оружия. Ну и вот начинается эта война, она происходит сразу на многих уровнях Вселенных, начиная с атомного до уровня планетарного. И вот на всех этих уровнях происходить будут сражения, вот как бы такая вот война апокалипсиса. Шамбала победит, потому что найдет оружие, которое использовали древние цивилизации Земли. Воцарится Золотой век. Люди будут жить тысячу лет и обладать сверхспособностями. 3 миллиарда буддистов верят в это пророчество. Как вычислено, оно сбудется примерно в 2250 году. Все мировые религии говорят, что наступит апокалипсис, всемирная катастрофа, после которой произойдет второе пришествие. Даже вера американских индейцев основана на том, что вернутся боги, создавшие людей и построившие пирамиды. Чего же на самом деле ждет человечество? И кто должен прийти? Замечено, что во всех древних языческих религиях каждый бог отвечает за свой период времени. Логического объяснения этому нет. Но в последнее время все больше сторонников привлекает гипотеза швейцарского исследователя древних цивилизаций Эриха фон Деникина. В Евангелии от Марка можно прочесть, что Христос вернется. Мусульманский мир ждет возвращения своего Махди, который должен навести порядок. Иудеи ждут более 5000 лет второго пришествия Мессии. Они никогда не считали Иисуса Мессией, в отличие от христиан. То есть и в древние времена, и сегодня нам известны ожидания второго пришествия богов. Одним из самых последовательных сторонников гипотезы о том, что боги, которые описаны в древних текстах, на самом деле это представители внеземной цивилизации, является Эрик фон Деникин. Опираясь на древние летописи, он утверждает, что 14 тысяч лет назад на Землю высадился космический десант представителей инопланетной цивилизации. Люди, которые на тот момент населяли Землю, ошибочно приняли их за богов, спустившихся с небес. Отсюда в Ветхом Завете и других священных книгах такое большое количество рассказов очевидцев о том, как с грохотом и огнем железная колесница спустилась с небес, и из нее вышли боги. А за кого еще древние люди могли принять астронавтов и их межпланетные корабли? В свое время книга Эриха фон Деникина «Воспоминания о будущем» шокировала научный мир фактами и выводами, но сегодня ученые в отрицании его гипотезы уже не так категоричны. Несколько тысяч лет назад боги, они же инопланетяне, предупредили наших предков: «Мы вернемся». И это обещание преобразовалось в легенды, в мифы, в религии, вплоть до наших дней. Теория фон Деникина построена в том числе на анализе вот этого артефакта. Храм надписей в Паленке – это пирамида. Под ней захоронен самый выдающийся император майя Пакаль. Его гробница – предмет неутихающих споров ученых.
саркофаг закрыт пятитонной плитой с великолепным рельефом. На рисунке пристегнутый к креслу пилот в скафандре с дыхательным аппаратом. Рядом пульт управления космическим кораблем. Перед ним рычаги. Позади энергоустановка и сопла с реактивными струями. На этой надгробной плите в храме надписей в Поленке есть барельеф. Там изображен человек, сидящий словно на мотоцикле. Прямо перед носом у него находится какой-то прибор. Одна рука вверху нажимает на какую-то кнопку, а рука внизу крутит какое-то устройство. Он сидит в каком-то кресле, сзади которого видны языки пламени. Новейшее толкование этой картины гласит, что Пакаль мчится с Земли во Вселенную. Я считаю, это очень близко к истине. Майя описывают своих богов как белокожих, светловолосых людей, которые приплыли с севера на самоходных лодках. Они научили народ майя наукам и построили пирамиды Теотикуана после Всемирного потопа. Боги были родом с небес, но долго жили рядом с людьми. Именно боги подарили народу майя календари и системы счисления, основанные на двоичном коде. Однажды боги ушли, пообещав вернуться. Когда на американские берега ступили конкистадоры, майя обрадовались и пали ниц. Европейцы оказались очень похожи на богов. Это был для майя крах очень больших надежд. Тысячи лет они ожидали своих богов и пытались с ними связаться. Значит, там сверхъестественные существа, которые, ну, мы называем богами, хотя там они, наверное, не совсем боги в этом смысле, у майи сложнее эти все концепции. По мнению Эриха фон Деникена, инопланетяне посещали Землю как минимум трижды, каждый раз с интервалом примерно в 3000 лет. Люди получили от богов знания и с их помощью возвели пирамиды и храмы. Эти сооружения имели техническое назначение. Когда боги ушли, человечество утратило их технологии и забыло, как все это использовать. Вот поэтому издревле люди ждут нового прихода богов. Эрих фон Деникен считает, что контакт с внеземной цивилизацией наступит очень скоро. Некоторые народы даже называют точную дату этого второго пришествия. Центральная Америка, племя майя, со своей специфической календарной системой. Майя утверждает, что 21 декабря 2012 года — это тот день, когда боги вернутся на Землю. Я в эту дату не верю. Дата — это как резиновая лента. Может, на самом деле это произойдет через 20 лет или через 50? Я не верю в дату, но убежден, инопланетяне обязательно вернутся к нам. И тогда у человечества появится проблема. Я называю ее шоком из-за богов. С этой теорией согласен и Майкл Лукман. 21 декабря 2012 года было не началом конца времен, а началом периода, когда следует ждать богов. Они не указали точное время его возвращения, но они полагали, что их космические боги вернутся в течение этого временного периода. Сторонники внеземного происхождения майянских богов выдвигают версию о вахтовом методе работы космической экспедиции. Командировка длиной в 5000 лет, но почему именно такой срок? Есть версии, что этот период связан с некими космическими циклами. Возможно, в нашей вечно движущейся Вселенной иногда происходят события, позволяющие богам посещать Землю. Это может быть, например, сближение планет или галактик на минимальное расстояние. Или совмещение энергетических полей, которое открывает пространство-временной коридор между мирами. Но поскольку мы сегодня не видим никаких богов, миссия предыдущего десанта была закончена раньше. Почему это случилось и куда они ушли? В летописях многих народов уход богов всегда упоминается в связи с планетарной катастрофой. Это был всемирный пожар, а потом великий потоп, после чего наступили холода. Вероятно, в космосе произошло некое страшное событие, затронувшее Землю и заставившее богов спешно ее покинуть. Это могло быть разрушение их родной планеты, и они могли отправиться спасать свой дом, и до сих пор не вернулись. Цивилизация индейцев майя, которые очень ждали возвращения богов, возникла 3000 лет назад. Странно, но со временем она не развивалась, а приходила в упадок.
500 лет назад майя внезапно и загадочно исчезли. Их земли заняли другие индейцы – ацтеки, перенявшие часть культуры майя. Жернов, который якобы пророчит конец света, наглядный пример смешения двух культур. Это, во-первых, не календарь, во-вторых, не майя. Это, судя по всему, неоконченный темалак, это такие алтари, на которых приносят жертву людей, значит, и по которым стекает человеческая кровь. В то же время календарь у майя действительно был и не один. Ежедневный, сельскохозяйственный, лунный, а также священный календарь Цолькин. Для больших отрезков времени майя использовали длинный счет. Это сложнейшая структура, основанная на смешении 20, 18 и 13 ричных системах счисления. Она позволяла работать с датами, отстоящими на сотни тысяч лет назад и вперед. Длинный счет, для которого мы не знаем названия на древнем языке майя, считается линейной системой счета дней. В действительности эта система состоит из вложенных друг в друга циклов. Самый большой цикл – 5126 лет. Он проходит через всю историю древней цивилизации майя. Самые старые, четко определенные записи дат в системе длинного счета обнаружены на стеле из городища Чиапа-де-Корса. Там значится 36-й год до нашей эры. А последняя дата, записанная длинным счетом, на стеле из Ишлу в Петене. Она соответствует 910 году нашей эры и считается окончанием классического периода цивилизации майя. Принято считать, что когда европейцы высадились на американский континент, они столкнулись с племенами кровожадных дикарей, которые не знали даже колеса, ходили с перьями на голове и при каждом удобном случае сдирали скальпы с доверчивых гостей из Европы. Но как было на самом деле? Как сегодня выясняется, американский континент был населен могущественной и самобытной цивилизацией, которая во многих областях даже превосходила европейскую. Существует такая гипотеза, что календарь майя был создан не самими представителями цивилизации майя, а они получили его в дар от более высокоразвитых своих предшественников или, скажем так, наставников. Полуостров Юкатан – центр древней цивилизации майя. Здесь расположен священный город Чичен-Итса. До наших дней сохранились многочисленные зиккураты – храмы в форме ступенчатых пирамид. В этой архитектуре зашифрован и тот самый священный календарь майя, о котором так много спорят в последнее время. К такому выводу пришел кандидат физико-математических наук Вадим Михайлов. Он совершил несколько экспедиций в Мезоамерику. Внимательно изучил самый большой храм Кукулькана. Там идут четыре лестницы со всех четырех сторон. Если мы посчитаем количество ступеней, то их ровно 91. 91 мы умножаем на 4, мы получаем с вами 91 – это четверть года, это 3 месяца как раз. Мы с вами получаем 364. И одна общая ступенька, которая со всех ступенек, если мы идем 91, плюс последняя – 365. То есть в свое время майя, считая дни оборота Земли вокруг Солнца, на каждой ступени это было строго определенное число. Они совершали определенную мистерию, определенную церемонию, посвященную данному числу. Древние майя обладали богатейшими знаниями по астрономии и устройству Вселенной. К примеру, за 2000 лет до нашей эры им уже было известно, что Земля находится в галактике Млечный Путь. Они точно описывали устройство этой гигантской системы. Форма нашей галактики примерно как летающая тарелка, как блюдце. И мы сейчас, находясь в плоскости вот этого блюдца, смотрим на центр галактики, который майя называли Хунапку, единой дарующей движение и миру, в переводе означает. Свои знания древние майя перевели в систему календарей. Их было как минимум 17. К примеру, по одному календарю они определяли, в какие дни лучше сеять маис, по другому, какое время благоприятное для свадьбы и зачатия ребенка.
Для совершения священных ритуалов майя использовали особый календарь – цолькен. Даже в древности пользоваться ими могли только избранные – служители зиккуратов. До сих пор остается загадкой, почему цолькен состоял всего лишь из 260 дней. Это связано с генетическим кодом жизни на нашей Земле. У нас 64 кодона ДНК, и вот именно поле жизни, которое называется шахматная доска, и расположение чисел на ней во многом связано с числом 260. Поэтому календарь Цолькин – это священный календарь. Ряд археологов считает, что надпись на священном монументе в Туртугера, возможно, прочтена неправильно, потому что табличка имеет скол. Археологи думают, что сообщение зашифровано. Надпись говорит, что бог Балон-Йокте спустится с неба, и это отметит смену эпох. А Владимир Пахомов, математик, офицер космических войск и научный сотрудник Института ядерных исследований, обнаружил в обычном календаре послание инопланетян. Ученый прочел шифровку и нашел даты Великого потопа и конца света и указание на тайник, где хранятся секретные технологии. Я уже говорил, вот это вот простенькое послание календарное, да, всего 28 чисел. В нем закодирована такая масса информации, что современная наука и технология, даже если все государства мира в складчину скинутся, ну не смогут создать этот объект. Ничего подобного. Просто нет знаний, нет технологий. Владимир Пахомов использовал вечный или солнечный календарь. Это любой, в котором есть семидневная неделя и високосный год. Неделя начинается с воскресенья, дня солнца. Основной цикл – 4 недели по 7 дней. Получился ряд из 28 чисел, и каждые 28 лет все повторяется заново. Придумана система была в Египте. Египетский календарь, вот наш, который мы используем, это единственный в истории логичный, легко запоминающийся и математически точный календарь. Исследователь путем сложных вычислений и сопоставлений наконец-то решил задачу. Использовал при этом даже кости домино. В итоге получил четкие контуры созвездия Орион. И особо в нем отмечена одна из звезд – Ментака. Звезда Ментака может быть связана с какими-то инопланетянами, грубо говоря, да? А может быть просто обозначена еще раз дата вот этой катастрофы. Экспериментируя с формулами и геометрическими фигурами, математик получил дату Великого потопа – 4493 год до нашей эры. Катаклизм на Земле был не один, и также называются сроки грядущего. У нас есть в запасе либо 3000 лет, либо 40 тысяч лет. За 15 лет работы Владимир Пахомов выудил из календаря музыку, цифровые изображения животных и географические координаты. Главным образом расчеты привели к острову Солнца на озере Титикака, на границе между Боливией и Перу. Ученый думает, инопланетяне спрятали там капсулу времени, послание потомкам, а что в ней, даже сложно представить. Именно в этой вот точке, которая обозначена в послании, да, на острове Солнца, безо всяких, так сказать, моих ощущений, просто на фотографии, да, видно, что что-то такое, какое-то пятно, как будто из Земли что-то светится. Расчеты Пахомова легко проверить любому, кто знает высшую математику. Множество энтузиастов со всего мира бросилось по наводке русского математика в Южную Америку и копают остров Солнца. Пока ничего не нашли. Это место всегда было священно для местных жителей инков. На берегу озера Титикака они жили в древнем городе Тиуанака, а на остров ходили молиться. В той местности известны удивительные мифы. Однажды там высадилась из сияющего золотого диска белокурая богиня Ариана. Она родила 70 детей, научила людей наукам и улетела. Первые инки, Манка Капак и его жена Мама Окла, согласно записям, также возникли на озере ниоткуда и объявили себя детьми солнца. Что же там происходило?
Существует версия, что на острове находится исходная точка в коридор между временем и пространством, или портал, через который было бы очень удобно посещать иные планеты. Но никаких подробностей по этому поводу нет. Если даже на самом деле такие порталы есть, то мы не знаем, как ими пользоваться. Но что, если тысячи лет назад кто-то на Земле это уже умел? Стоунхендж – загадочное сооружение в 130 километрах от Лондона, построенное неизвестными авторами из многотонных каменных плит. Недавно с помощью радиоуглеродного метода удалось получить точную датировку памятника. Оказалось, камни еще старше, чем было принято считать. Кто-то притащил их на равнину Солсбери почти 5000 лет назад. О назначении Стоунхенджа спорят до сих пор. Лидирует версия, что святилище было древней обсерваторией, поскольку эксперты установили, что оно очень точно сориентировано на ключевые точки солнечной и лунной орбит. При этом древние архитекторы прекрасно знали циклы обращения обоих светил. А эти циклы, между прочим, наши астрономы вычислили только совсем недавно. Чем же на самом деле является Стоунхендж? Сооружение календарного типа. И интересно, что оно было много-много тысяч лет, наверное, тысячи полторы, достраивалось. Сначала был более примитивный Стоунхендж. Предполагают иногда, что от него вообще ничего не осталось. Затем были поставлены снова плиты такие крытые. И потом вокруг них еще дополнительно были вырыты лунки. Затем был устроен такой внутри алтарный камень. Поразительно, что создатели Стоунхенджа сумели определить единственную точку, откуда можно измерить 19-летний цикл движения Луны. Но математики нашли в схеме этих камней нечто еще более необъяснимое. По их утверждению, в Стоунхендже зашифрован ряд математических законов, в том числе решение для уравнения Лапласа. Шотландский астроном Дункан Лунан сделал в Стоунхендже и вовсе невероятное открытие. Со мной связался бывший сотрудник британского разведывательного управления Алан Эванс, который на тот момент занимался частным расследованием. Он заинтересовал меня одной идеей о том, что в определенных древних местах, вроде Стоунхенджа или египетских пирамид, могут находиться точки галактического выравнивания. Он считал, что эти места связаны с космосом. Оказалось, что он прав, но доказать это было невозможно. До этого считалось, что Стоунхенджу не так много лет, и никаких точек галактического выравнивания там быть не может. Галактическое выравнивание – астрономический термин. Он обозначает процесс, когда в день зимнего солнцестояния условная линия, соединяющая Землю и Солнце, направлена в центр нашей галактики. Точка, в которую упирается эта условная линия на Земле, сдвигается, но неизвестно насколько. Можно вычислить, где на Земле находились эти точки во время предыдущих случаев. По странному совпадению, именно там стоят древние сооружения. Это навело ученых на смелую мысль. С тех пор, как появилась корректная дата появления Стоунхенджа, все встало на свои места. Увидеть галактический центр здесь невозможно. Его может увидеть кто-то, летящий сюда на космическом корабле с другой звезды и использующий галактические координаты для навигации. И такие точки могут помочь ему приземлиться в месте, где можно было бы по-прежнему пользоваться галактическими координатами. Дункан Лунан делает из всего этого сенсационный вывод. Стоунхендж на самом деле является обсерваторией. Однако, чтобы ею воспользоваться, необходимо знание, которое даже современная наука открыла не так давно. И самое главное, кем и для кого же строилась эта система ориентации? У нас появились косвенные доказательства посещения Земли некими существами, которые, по-видимому, сначала приземлились в Стоунхендже, а затем в Гизе и отметили свое прибытие возведением построек. Татьяна Михайлова преподает историю кельтов в Московском государственном университете. Однажды ей удалось побывать в экспедиции в Ирландии. Человек, у которого она остановилась, оказался потомственным друидом. Он назвал себя Карирогом
или камнем и поведал Татьяне тайну своего народа. Из его слов выходило, что Стоунхендж является не просто космическим календарем, но и сакральным храмом времени, культ которого был у древних друидов. В Ирландии и в Британии есть определенные точки, где сакрализованное время дает особый разлом космической вот как бы энергии на этом. Это место Стоунхендж, безусловно, и вообще долина Солсбери, куда они ездят брать эту энергию. Вопрос назначения Стоунхенджа давно занимал геолога Михаила Бурлешина. Однажды ученый увидел его изображение на снимке из космоса. С орбиты это сооружение выглядело как правильный круг, состоящий из больших каменных пластин. Круг был разделен на 12 равных частей и напоминал гигантские часы или огромный календарь. Михаила Бурлешина заинтересовала находка, и он решил проверить, встречаются ли еще в мире подобные сооружения. Оказалось, что на территории практически каждого древнего государства есть строение, своим видом сильно напоминающее Стоунхендж. Вот здесь 25 тонн, а там 200 тонн поднято. Ну, да, там, и получается, там и календарь, и солнечная система. Причем с элементами, которые сейчас не осталось. Еще одно чудо света – египетские пирамиды, тайны которых исследователи также связывают с календарями. Историк Грэм Хэнкок изучал их много лет. Официальная точка зрения, к примеру, на историю сфинкса его не устраивала. А в соответствии с ней сфинкс – это статуя фараона Хафры, владельца второй пирамиды и построена 4500 лет назад. Но Хэнкок уверен, монумент гораздо старше. Эрозия на теле сфинкса является результатом того, что он находился тысячи лет под экстремально сильным дождем. Такого дождя в Египте не было за последние 5000 лет. Нужно идти за тысячи лет до этого, чтобы наткнуться на упоминание про действительно сильный дождь на исходе ледникового периода, который мог быть причиной такой эрозии сфинкса. В таком случае, когда же и кем был построен Великий Сфинкс? С помощью точнейших компьютерных программ Хэнкок вычислил, куда смотрит статуя. Оказалось, в условную точку на горизонте, где восходит солнце в день весеннего равноденствия. Что бы это значило? Какие еще астрономические объекты находятся на небе там, куда устремлен взгляд сфинкса? Созвездие зодиака. Но из-за сложного вращения Земли они постепенно сдвигаются на небе. Но именно перед восходом солнца статуя смотрит на созвездие Льва. И эти сведения помогли рассчитать дату строительства сфинкса. На рассвете в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры точно в этот момент созвездие Льва находилось точно над Великим Сфинксом, который, конечно, является скульптурой с телом Льва и, как мы предполагаем изначально, и с львиной головой. Потом те, кто обнаружил эту скульптуру, переделали ее в скульптуру с лицом человека, но изначально это был полностью лев. Как исследовать звезды и планеты в миллионах световых лет от нас? Современный человек, не задумываясь, скажет, что для этого потребуется обсерватория, множество высокотехнологичных приборов, как минимум, специальное астрономическое образование. И ошибется. На краю мира, в забытой богом африканской деревне, живет племя, опровергающее все современные представления об астрономии. В 1931 году группа французских ученых под руководством этнографов Марселя Гриоля и Жермена Дитерлена исследовала Западную Африку. Наконец, они оказались в районе горного уступа Бандигара, в краях, куда ни разу до сих пор не ступала нога белого человека. Именно там живет до сих пор крайне мало изученное племя Дагоны. У этого племени действительно непонятно откуда взяты, но имеются глубочайшие знания и по космогонии, то есть об устройстве галактики.
Откуда необразованному африканскому племени могло быть известно о спиральной структуре нашей галактики? О том, что галактика не едина во Вселенной, известно о сжатии, уплотнении и смерти звезд. До сих пор живут на уровне практически каменного века. Но тем не менее, говорят, что существуют звезды, каждый кубический сантиметр, ну, в переводе, конечно, на их меры, весит 50 тысяч тонн. Такие звезды современные ученые называют сверхплотными или нейтронными. Однако еще в середине 20 века записи Гриоля и Дитерлена вызвали только скептическую усмешку. Бредням дикарей никто не верил. Но уже в 1933 году новые астрономические исследования повергли скептиков в настоящий шок. Существование нейтронных звезд было научно доказано. И в 1967 году была обнаружена первая из них. Удивительные истории африканского племени и впоследствии находили множество подтверждений. Но кому и зачем нужно было оставлять им бесценные знания? Сами догоны верят, что это дар предков из далекой системы Сириус. До 1970 года астрономы знали, что есть главный Сириус, Сириус А, и вокруг него вращается небольшой компактная еще одна звезда Сириус Б, которая представляет собой карлика и практически не светит. Так вот эти догоны говорили: нет, ребята, вы не правы. У Сириуса существует еще совсем маленький как карлик, но Сириус С. Вы его просто не видите, поскольку он находится близко к звезде. И только в 70-х годах, благодаря очень сложным и тщательно поставленным наблюдениям, использованием всевозможных фильтров и тому подобное, действительно удалось заметить, что одна звезда заслоняется другой. Жрецы догонов твердо верят в то, что около Сириуса и находится центр Вселенной, и именно оттуда на Землю спустились боги. Например, вот это племя догонов, которое живет в Африке, оказывается, оно считало, что они прилетели с Сириуса. Предки догонов с далекого Сириуса узнали о том, что одна из звезд системы должна вскоре погибнуть. В поисках убежища жители Сириуса оказались на планете Земля. Каждые примерно 30 лет они совершают определенный ритуал контактов с этой двойной звездой Сириус. Во время такого контакта племя варит особую ритуальную кашицу из черных зерен, дарованных им предками, пришельцами. Изначально африканцы-то кофе не варили, они делали кашу из жареных кофейных зерен. Это арабы научились его кофе сушить, жарить, молоть, заливать водой, греть на раскаленном солнцем песке, а потом еще и сахар туда тростниковый добавлять. Современные этнографы выяснили, что место происхождения догонов далеко на востоке от того места, где племя живет сейчас. Именно там на землю и спустились боги, даровавшие догонам жизнь. В поисках решения Грэм Хэнкок продолжил исследование пирамид. Его интересовало, зачем эти сооружения точно сориентированы по сторонам света. Возможно, пирамиды Гизы также имеют связь с астрономическими объектами. Ученый посмотрел на долину сверху и увидел, что три пирамиды и река Нил в точности повторяют схему созвездия Орион. Однако ему не давала покоя небольшая погрешность. Хэнкок понял, что на плато Гиза опять же отражена не сегодняшняя карта небес. Если вы возьмете астрономическую компьютерную программу и начнете пролистывать обратно картины неба, вы заметите изменение расположения созвездия Ориона до тех пор, пока вы не дойдете до 10500 года до нашей эры, 12500 лет назад. Там потрясающее сходство тех трех звезд и пирамид становится просто идеальным. Более того, река Нил полностью совпадает своей позицией с расположением Млечного Пути в этот момент времени, 12500 лет назад. Я не говорю, что тот, кто создавал комплекс Гизы, также расположил Нил там. Нил уже был там. Но это место расположения было выбрано из-за расположения реки Нил в то время. Указания на время Хэнкок и его команда нашли в третий раз.
Изнутри Великой пирамиды от так называемых камеры царя и камеры царицы идут 4 шахты. Они направлены на конкретные звезды. Однако здесь результаты датировки были противоречивы. Все эти 4 шахты направлены на 4 звезды, на позиции, которые они занимали не 12,5 тысяч лет назад, а всего 4,5 тысячи лет назад во времена раннего Египта. К примеру, шахта в камере царицы направлена на звезду Сириус, на ее место в 2500 году до нашей эры. И звезда Сириус была очень важна для древних египтян, а шахта в палате короля направлена на самую низкую из 3 звезд пояса созвездия Ориона, которую древние египтяне ассоциировали с богом Осирисом. И это не может быть случайностью. То же самое с северными шахтами, которые направлены на звезды созвездия Дракона и Малой Медведицы. Что это значит? По мнению Хэнкока, каменные монументы в Египте хранят дату и тайну событий, о которых большинство уже забыло или же не знало никогда. Эти памятники воздвигали на земле возле реки Нил для того, чтобы сохранить, сберечь, увековечить определенный момент времени. Так что мы наблюдаем очень долгий проект, который начался 12,5 тысяч лет назад и был обновлен и закончен в 2500 году до нашей эры. Какая же из 2 дат обозначает реальное время строительства пирамид? 4,5 тысячи лет назад, как об этом написано в наших учебниках, или 12 тысяч лет? Чтобы ответить на этот вопрос, важно учесть, что все древние пирамиды на планете почему-то разделены на 2 категории, и этому пока нет объяснения. Первые, в том числе 3 главные, египетские, четко сориентированы на современный Северный полюс. А вот другие, например, пирамиды Теотиуакана в Мексике, на точку на 15 градусов восточнее. Почему? Ведь согласно древним текстам, пирамиды должны смотреть строго на север. Вот эта странность и позволила ученым выдвинуть сенсационную гипотезу. На самом деле, на север изначально смотрели все пирамиды, просто строились они в разное время. А в разное время север действительно был в разных точках. Он смещался в результате глобального катаклизма. Вот и получается, что первые пирамиды были построены еще до катаклизма более 12 тысяч лет назад. Вторые – после намного позже. Мне кажется, катаклизм был столь внезапным, что уничтожил в одночасье какую-то высокоразвитую древнюю цивилизацию, и человечество все забыло. Но кое-кто из них выжил и расселился по миру. Позднее они подарили слаборазвитым аборигенам знания. Одним из очагов новых цивилизаций был Египет. Второй очаг — индейцы майя. Они увековечили конец своей цивилизации, чтобы показать нам дату, день, когда Земля остановилась, а заодно донести до нас, какими знаниями они владели. Возможно, другой египетский артефакт даже расскажет, что конкретно случилось. Это каменное панно в храме богини Хатхор в городе Дендера. На нем изображены боги, обозначающие созвездия зодиака и планеты Солнечной системы. Барельеф называют «Дендерский зодиак» или «Календарь катастроф». На протяжении веков ученые бились над его расшифровкой. Главный вопрос, который их интересовал, там записаны даты прошлого или будущего апокалипсиса. Говоря, в частности, о так называемом «Дендерском зодиаке», коротко, это своеобразный катастрофный календарь, очень важных событий, которые произошли в Солнечной системе за последние несколько десятков тысяч лет. Кандидат технических наук Светлана Павлова посвятила расшифровке дендерского зодиака много лет. Она работала с фотокопией оригинала. Светлана Николаевна обнаружила, что в календаре с помощью математики и геометрии записано важнейшее послание. Когда я смотрела еще... не углубившись вот в сам этот дендерский зодиак, я просто смотрела на него и, понимая, что египтяне обладали невероятным уровнем знаний, что они не могли просто так нарисовать фигуру, что они должны определенным закономерностям подчиняться. Их расположение должны фиксировать какие-то моменты, они должны передавать информацию. Это не украшательская картинка. Просто так для чего-то взяли и для украшения интерьера взяли и нарисовали.
На дендерском зодиаке изображено звездное небо. Но не сегодняшнее, а какое люди видели 13,5 тысяч лет назад. И планеты Солнечной системы, которых на одну больше, чем мы знаем. На всей картине идеальное совпадение астрономических координат. Но некоторые фигурки, обозначающие созвездия и планеты, стоят не там, где должны быть. Вряд ли это случайно. И вот это говорит уже о том, что этого не может быть, стой, в этом что-то есть. Это стоп-кадр. Вот поэтому отсюда начинается расшифровка. Светлана Павлова обратила внимание на то, что между Марсом и Юпитером на дендерском зодиаке изображена неизвестная планета. Ее символ – Сет, бог войны и разрушения. Значит, она была уничтожена. Действительно, сегодня между Марсом и Юпитером пояс астероидов. Астрономы предполагают, что раньше там была планета. Ее назвали так же, как в древнегреческом мифе – Фаэтон. Гибель Фаэтона и зафиксировали египтяне на этом зодиаке. Теперь я думаю, что в дальнейшем я еще буду этим заниматься, но пока я увидела еще вторую катастрофу. Второе действие апокалипсиса было связано с нашей планетой. После гибели Фаэтона время на Земле остановилось, пошло в обратную сторону и только потом вернулось в свое русло. Светлана Павлова сделала этот вывод из расположения вот этих богов времени – деканов. В своей шкале или временном цикле они стоят неравномерно. Такой поворот событий возможен после удара астероида, который заставил планету вращаться в обратную сторону. Был ли это обломок Фаэтона? Вот фигурка богини, обозначающая Землю. Она держит на протянутой руке бабуина, символ Тота, бога Луны. Земля получила Луну после катастрофы? И еще один эпизод космического действия. Весы, в центре которых ребенок, прикладывающий палец ко рту. Получается, Земля с Луной уравновесили какое-то небесное тело. Это не единственная космическая катастрофа прошлого. И что хуже всего, страшные события происходят периодически. Светлана Павлова продолжает работать с зодиаком, чтобы вычислить опасный момент. Вот тот самый цикл, который здесь четко обозначен, это 20, ну, грубо говоря, 26 тысяч лет. И этот цикл не единожды прошел по Земле. И это значит, что космически Земля попадает в определенные точки, которые вот здесь обозначены, регулярно. И вот эта регулярность выражается в очень редком расположении деканов. По всему миру обнаруживаются древние календари, которые обозначают не просто даты и летоисчисления, а при расшифровке всех знаков, расположенных на них, приводят к удивительному выводу. Календарь – это хранилище тайных знаний, которыми владели земные цивилизации. А вот только зачем нужно было так тщательно прятать информацию? Ведь этими сведениями сейчас нам, потомкам этих цивилизаций, уже не воспользоваться. Ни во вред, не на пользу.